Все, выебался. Костыч, ты, у меня нет слов. Я объясняю, тихо, тихо. Вадя, у тебя вот две вот в самом твоем большом органе. Нет, там большой орган твой, две... Язык, два зуба. А, я понял. Что у тебя самое большое, блядь, между глаз? Легкие, глаза, нос. И в нем есть две... Две дырки, ноздри. Ноздря. Все, найс. Мы им зачерпываем что-то, там, воду какую-то там. Такой большой... Лопата огромная. Ну, побольше. Что, блядь, побольше, нахуй? Блять. А я скипать могу же, да? Да. Нахуй. Короче, костолом такой хуярит, типа тебе приятно делать в спине. Массажист. Костолом, хорошо. Блять, ну ты объясняешь. Есть микроволновка, есть там, где мы... Грильница. Гриль. Охлаждаем. Этот, холодильник. Холоднее. Что? Холоднее, еще холоднее. Морозилка. Ты отброс, говорят, отброс. Чего? Общество. Блядь, как ты отвечаешь кончено? Говори одно слово. Одно слово, которое примерно похоже к другому. Каким образом? У тебя самое большое, вот эти две. А ну ты не знаешь, что у тебя нос огромный или что? Так я думаю, что самое большое? Вадим, ну давайте не будем оскорблять Романа. Вдруг ему неприятно. Лучше бы я с Наташей был, блядь, пизда, блядь. Я сейчас чего буду объяснять по одному слову, блядь. По одному слову. Можно на себе? А на себе можно показывать? Да. Чё? Например, нет. Ноздрям помог себе показать? Не, нельзя пока. Однокоренные нельзя пока. Однокоренные, да. Пока. Ты хочешь? Ну и показывать нельзя? Не, показывать нельзя. Типа, если ноздря, это ж поймешь сразу. У тебя будет стул, ты покажешь на стул, и все, это будет... Да, все, я понял. Да, только объяснять. Давайте дальше, следующий. А что, я? Кто? Кому объяснять? Да я не знаю, вот мне сказали, будущее. А, мы пьем. Сколько мы отгадали? Раз, два, три, четыре. Мы пьем... Шесть глотков. Ты еблана, Пять глотков, за что? Ну, подожди, за сколько не пропустили? Мы меньше пятерых, скипнули слово, скипнули одно слово, два. И плюс мы меньше пяти отгадали. Это пять глотков. Дорогой, давай не скипнем. Залупа ебаная, блядь, я не буду скипать. Я на такой не соглашался. А может не залпом хотя бы? Не, не залпом, просто пить глоток. Ты знаешь, что такое глоток? Просто пить глотков. Глотков. Слушай, вы пять отгадали, пять и пьете? Они не знаю, это меньше пяти отгадали. Меньше пяти. А если на ваньке стрелочка? Читаю. Он будет сейчас рассказывать? Да. Читаю. Чё читаешь, блядь? Скип слово, два глотка. Подожди, ты сам эти правила придумал? Да, вот именно, блядь. Поэтому они такие уебанки. Да. Не угадал, два глотка. Мы одно... А, что за хуйня? Но вы кош не угадали. Да. Так мы его скипнули. Ну, это то же самое. Получается два глотка. Уебаны, пошли нахуй. Попалось слово... А, мы слово, буквы забыли догадать. Ну ладно, похуй. Угадал меньше пяти слов, три глотка. То есть мы два плюс три. Короче, мы сейчас будем загадывать слово на букву какую-то. И если они это слово говорят, понял? Чё? В ответе. Вадим, может, это уберем правила? Да почему? Давай пить, как мы хотим. Ну, что за залупа, да почему? Да, в смысле мы хотим, ебать? Почему я должен считать у ебана в чате, который считает, сколько я там выпил, не выпил, блядь? Я хочу пить, сколько хочу, ну типа. Охуел? Сколько ты хочешь, блядь? Не, ну типа реально. Нихуя, блядь. Говорит, Рома там ты не выпил. Ты сейчас на подписчиков сказал? Да нет, ну ладно. Похуй, го просто считать тогда два правила, поебать. Два правила. Что если меньше пяти угадал, то три глотка. И если ты скипаешь одно, то два. Все, два иди нахуй, правила. Начинай, я буду вышел погнать. По правила, меня да. Неплохо так, по правила. Я рейди. Мне рейди? Пишут, что отцу надо делать на дрома. Да похуй, тихо. Да похуй мне на... А кто кому объясняет? Ты мне давай. А, короче... На гром. В этом, в медвежонках в игрушки запихивают, такое белое. В подушках еще. Пух, мех? Нет. Ты одеваешь на себя, типа, футболка, только есть другое. Куртка. Нет. Да, вот кофта, красава, блядь. Ты на работе делаешь, ну так, чуть-чуть, 15 минут еще сигареты. Перерыв, перекур. Нет, правильно, красава, нахуй. Ты в КСе, лоу-скилл, прям очень пиздец. Еще есть в море, нахуй. Чего? В море, в самом низу, блядь. Рак? Нет, в море, прям вообще, блядь. Блядь, самое, вот самый низ, блядь, море, нахуй. На букву Д. А сейчас запретку ёбнем на них. Но, блядь! Я не знаю, давай. Но! Все, красава, правильно отгадал. А, короче, все. Отгадал, не, отгадал. Слышишь, Рома, там заканчивается время, еще есть 4 секунды. Мне, собственно, говорит следующий слово, он говорит, все, красава, отгадал. Yeah.
собираешься на потную катку, но нечего надеть? Обнови свой инвентарь на loot.farm. У нас минимальная комиссия, бонусы и огромный выбор скинов. Поборись за уникальные вещи на аукционе. loot.farm. С нами красивее. Алкогольный напиток такой похожий, коричневый, делают из чего-то. Коньяк, такого. Виски. Алкогольный добавляют, газированный, коричневый. Квас, квас. Тэквондо занимается, одевает белую штуку такую. Кимоно. У меня сейчас такая, да. Я создаю в доме. Уют, уют. Ламочки, да. Когда вместе много людей... Толпа. Поют, а, хор, поют. Хор. Да. По безработице. Вот тебе дали. Пособие. Да. Я пью безалкогольный напиток. Нет, прямо сейчас. С газами. Вино безалкогольное, газировка, шампанское. На Тахтаре это что? Лимонад. Да. Предлагаем повысить градус, пошли они нахуй. Для них двоих. Что за хуйня? Это вообще нечестно, блядь. Да нет, да они нормально говорили, просто они по слову говорят, поэтому очень понятно. Таким, а что такое по слову? Ну, ты говоришь примерное слово, которое я понял, чтобы ассоциировать, как ассоциации, понял? А мы что, ничего не пьем? Ну, вы... Да, ну одно слово у вас, два выпить вам надо. Да, ничего не пейте. А это время закончилось? Это похуй, это правило. Блять. Вань, ты что не выпил еще до сих пор? Да я буду пить, блять, я не хочу пить, просто втаскивать себя. Чего? Че? Не, я буду пить потихоньку, типа вот когда они играют, я буду пить. Я не буду сразу шесть хуярить. Алексей, вы объясняете, я волнуюсь. Вы объясняете, я волнуюсь. Красава Наташа вообще круто объяснила. Молодец. Ну не банк какой-то, да, рыжий, походу? Вы лучшие. Согласен, погнали, блядь, что разъебем нахуй. Вы готовы? Полетели? Давай. Погнали. Есть минимум, а есть? Максимум. Хорош. А сидя, вот я сижу на стуле, а некоторые сидят на табуретка. Такой... Табуретка. Да, только он один. Ты первое слово. Табуреток. А, нет, просто без ок. Табурет. Да. А прямой, мы ведем прямой. Рейс, прямой эфир. Да. А, мы одеваем рюкзак, только он по-другому называется. Раньше так называли у нас бабушки, дедушки. Я хуй знает вообще. Ладно, тогда скипим. Когда ранят. А, да. Короче, там бы однокоренное было. Там этот, Нео был, помнишь, уклонялся Матрица. От пуль. Ага. Вот, ты в конце месяца, если на заводе работаешь, получаешь... Зарплату. Лучший. Вот, есть закат, а есть... Рассвет. Лучший. А, вот это, в ней конфета, что это такое? Упаковка. Ну да, только по-другому. Фанфик. По-другому. Скипнем. А, который за цветами ухаживает. Фанфик. Ухажер, блядь, как его? Ухажер, блядь. Ладно. Это минус. Что такое фанфик? Я знаю, что такое фанфик. Это рассказы, короче. Я минусную, Вот так вот у нас. Ой, стоп. Блядь, вот Вань, мы с тобой самые хуёвые на этом стоите. Похуй, отлично. Похуй, Вань, все нормально. Сколько вы пьете? Пару глотков точно есть. Мне похуй. Сколько мы пьем? Так, а где у меня слово будет появляться? Вы раз, два, три. Три. Шесть. Три? Шесть? Ну да, шесть у вас. Шесть глотков? Ты чё, ёбу дал? Так, мне на тебя бы лучше как-то смотреть, а я не понимаю как. Сейчас, секунду. Макс, ты готов? Макс, это что такое? Да. А если бы просто тыкал, ну, специально, чтобы нас набухать, я бы просто тыкал скип и потом... Ваня, зачем тебе на меня смотреть? Ну... Хз, понимаешь, что я сам бутылку выпить. Ты готов? Да, да. Все, погнали. Три, два, один. Ну? Ваня, Рэдди. Вася, я походу Рэдди должен нажать. Да, наверное, блядь. Давай. Да, давайте потом старт. Да. Так, есть, короче, такой суши, в них добавляют, в одних добавляют креветку, в других, нет, другое. Такое нежное, беленькое, нежная беленькая рыба. Сыр. Нет, нежная беленькая рыба такая. Пиздец, ты объясняешь, чувак. Забей хуй. Рыба. Все, я поехал. Давай дальше, блядь, рыба нахуй. Да ты еблан, нахуй это делаешь? Смотри, есть физика в школе, а есть, например, там добавляют, понял?
Добавляют, добавляют. 2 плюс 2. Урок. Добавляют. Лучший. Ходят такие, им нужно, хавать кого-то. Так ходят. Не-не-не-не-не. Ну вот они умершие, понял? Но они еще ходят, им ищут. Зомби, давай. Да, лучший. В PUBG ты упал, Серега упал и залутал себе сразу на голову такую хуйню. Лучший. Короче, на головой такая херня сверху, когда, например, там... Блять, мне чего предъявлял, что я объясняю хуёво? Да Иван, сколько мы сейчас пить будем за твои скипы, гадон ебучий? Да я с этим... Пейте. 16 плюс 3, 19. Тут прикол в гребешке. Гребешок, почему это так сложно было? Какая рыба нахуй? Вадимыч, 19 глотков. Такая тоже. Нет, а ты не знаешь, что с гребешком есть суши? Есть, нет, блин. Да, есть, да. Я, короче, чтобы вы понимали, я с гребешком... еще гребешок, знаете, где я? Я с гребешка тильтанул, и все, и понеслось. Гребешок — это не рыба, нахуй. Да похуй, да это похуй. Я же сказал, сушеные есть такие, с гребешком. Ну да я Да ладно. Да, ну раз сушеные есть такие, ну ладно. Сколько выпить? 19. Да, куда там? Ого. Да просто уже бутылку пей. Ну так посчитай. Бутылку просто залпом хуярим, чтоб вырвало нахуй. Стаканчик хуярьте просто. Да, и все. Бля, такой ты мудак ебаный. Девочка, хочет Рому споить, чтоб тот казик не хуярил после его стрима, блять. Похуй. Это будет самый смешной казик в мире, мне кажется. Умру, блядь. Рома подключит напрямую карту и будет прям с нее ебашить. Я буду, короче, ссылки в чат кидать, нахуй. Он хуярить будет, блядь. Бля, ну Вадь, ну не делай так больше, надо хуярить. Извини, это я так. Это я так, для разгрузчика. О, три книги выпало! Ой, извиняюсь. Ой-ой-ой. Алексей, блядь, вы чё, кассику уехали? Кого выпало? Не-не-не, это я... Я больше не буду так делать. Да больше не дойдёт. Вань, ты готов, Вань? Да, давай. Чё тебе, я отгадываю? Да. Давай. I'm ready, let's go. Только соберись, подожди сейчас. Я сам... Макс так объяснять будет. Ты только рассказывай прям... Все пиздак сходу завалили. Ты рейди вначале нажми, там я нажал. Все, давай, готов? Let's go. Удачи, да. Максим. Спасибо, Алексей. Давай. Ну что ж такое? Да, блядь, извините, нахуй. У тебя вот есть в чате, кто это такие? Быстрее. Подписчики. По-другому только. Фолловеры. Ну так, вот так вот. Кто? Ну... Ну, да я не знаю, кто... Помочь? Куда ходит молиться? Куда ходит молиться? В церковь. По-другому. Циркушка. Есть отец! А есть сын. Да моем есть отец! Мама. По-другому. Материнская. Блять. Серьезно скажи! Мама, блять! Да по-другому. Серьезно скажи! Матерь. О, все, нормально. Матерь. Вот. Ой, хоровод пропустил. Это что? Когда никто не говорит. Ой, тише. Когда никто не говорит. Хорошо. Есть пока, а есть... Привет. Ага. Вот у тебя в музее висит такая... Иди нахуй. Люстра. Я ебану. Да пошел ты пизду, блядь. Блядь, как же охуенно. Столько агрессии. Не, я отгадываю хуже, Макс, Юль, чем... Слышишь, Макс. Все страшно. Я, по-моему, даже лучше объяснял, чем ты это пиздец. Да, давайте, может, сидеть. Мать не защитуем, сказал. Максим, вы лучше. Мать не защитуем. Матерям сказал. Что ты сказал про мать? Да. Ну, матерь он сказал, мать. Мне казалось, не, он говорил мать. Мать. Да, он сам говорил мать. Машните. Не-не-не, было, да, мать была. Машните. Да, мать была. Я вот тоже думаю, была. Не, ну у Вани мати не было. Гандон ебаный, блядь. Я думал, кто это скажет. Я только сейчас понял. А я знаешь... Роман. Ром, а знаешь, что я хотел сказать? Вань, мы так сейчас разберем. Рома, брат, знаешь, что я хотел сказать? Да. А я хотел прийти и сказать, оп, минус мать. Бля, Вадь, ну, минус слово вы имеете в виду. Ну, конечно, минус слово. Ой, кто это делает? Кто это? Алло. А сколько вы пьете? Это шедокек, блядь, сиренка. Я не знаю, я заебался уже. Все, мне уже заканчиваю походу. Мы начинаем с Наташей? Давайте, мы вас слушаем. Наташа, готова? Да, вроде бы. Отношения вот между мной и тобой, что это? Есть отношения, а есть... Дружба. А, идет стуч, льется вода. Это знакомо, вода. Кстати. Дождь. Да. А, мы за свою работу получаем... Деньги. Да. Работу, заработок. Два, блядь, у них! У тебя есть для собственного удовлетворения сексуальная...
Вибрация, игрушка. Да, Наташа поплыла уже, нахуй, все. Она когда про игрушку думала, про секс. Ты Вадима. Люблю. Нет, он твой парень, а ты его... Девушка. Рыболовная такая, окунается в воду, большая, правильно. Есть кадет, а есть более посерьезнее. В армию идут. Полковник. Нет, просто в армию обычно все мы становимся. Да. Для карандашей, чтобы их делать острее, да. Ване пора сделать на волосах уже стрижку. Правильно. Полегче, полегче, девочки. Короче, давайте за каждое отгаданное они будут пить по 3 рюмки, нахуй. Да разговаривайте мне, блядь, Ваня. А они все угадали из этого? Мы тоже умеем, Наталья. Нихуя не пьете. Они все угадали из этого? Алексей, я про Ваню говорю. А, ну извините. Вань, мы сейчас разъебем. Да, мы сейчас разъебем. Мы сейчас разъебем. Алексей, мы сейчас Я буду слово угадывать с Константинович. Алексей, вы готовы? Я максимально настроился на ваши слова. Давайте. Всем тихо, как бы. Нажми ряди, Алексей. Нажмите. Полетел лучше. Через 1, 2, 3. 1, 2, 3, поехали. Так, что носит, чтобы этот, чтобы джинсы не спадали? Подтяжки. Не-не, вот. Ремень. Вот не-не, по-другому. Ремень, подтяжки. Ну, блядь, по-другому просто. Ремень по-другому. Пояс, пояс. Молодец. Этот пояс. Чел, который лечит чело, который больны на бошку. Психиатр. Хорош. Чел хуяр, такое большое оружие, так. Пулеметчик. Ну да, такое оружие, а не этот. Пулемет. Да, правильно. Смотри, короче, ты провел такой с девушкой целый день, у тебя появились к ней... Чувства. Да, только одно? Чувство. Заебись. Короче, большое озеро. Тихий. Океан. Молодец. Когда заходишь домой, обычно, типа, этот, при входе, кто? Дверь. Типа, нет, коврик. Большое помещение. Большое помещение. Прихожка. Не-не, большое помещение, когда заходишь домой. Прихожка. Гостиная. Ой, извините. Вадь, мы делаем сейчас 13, ебать. Мы сейчас так и разъебем, это пиздец, нахуй. Нормально, неплохо. Да кто ж такое делает? Смотри, Вадь. Давай. Чтобы выиграть, нам надо угадывать одно слово в 4,60. Это больше, чем мне нужно. Ты настроенный? Просто ты понял? Ты расстроенный. Бля, Вадь, я лучше Вэлли истинный. Я знаю, брат, я знаю, я в тебя верю, мне похуй. Даже если мы проиграем, ты все равно лучше. Жарко стало что-то. Хорошо, Вадь, смотри, главное запомнить, что у тебя большой нос и все. Да, я запомнил. Максим, вы где, в Петербурге? Алексей, да. Я уже после завтра Москвы. Давай, старайся проще говорить. Я рейди нажал, брат. Если что, я скипаю на похуй, типа. Да, поебать, что мы 19 выпили, бля, я уже мне вот пизда. Всего лишь 5 минут, где нам слова вход, выход были, блядь. Давай. Поебать. 3. Ага, 1. У тебя лопнуло на машине? Колесо. Шина. Так, мы создали в CS 1.6 свой... Лобби. Турнир. 1 на 1. Команда. Тиммейты, команда, что? Мы еще войны проводим. Клан Вар. Команды. Так, на почту приходит ненужное сообщение. Спам. Так, хорошо. Ты слабое... Звено. Хорошо. Язык такой, короче, кириллица есть. Зови. Ралатинец. У тебя в машине есть самое главное, что... Колесо, руль, двигатель, движок. Хорошо. У тебя большой? Нос. Рыба в шубе, салат шуба. Салат. Рыба там такая. Селедка. Хорошо. Вуду, кто она? Бог. Не-не-не, вот ее тыкает, еще тыкает, еще ее. А, не знаю, Вуду. Кукла. Хорошо. Максим, его скажи. Ор, ебать. Ор. Бля, ебать, с носом зарандомило. Вы отгадали? Вы спам отгадали? А я слышал Буду. Спам отгадали? Я не слышал. Да, спам отгадали. Да, конечно, блядь. Хуёво жёсткий. Мы что такое слышали? Мы бы так вначале отгадывали. Мы просто не стакнулись немножко. Да, Вадима накрыло с нулевой там, блядь. Хорошие ребята, просто лучшие. Реально. Молодцы. Вадь, ну шансов ноль теперь. Кукла все? Буда. Проебали? Кукла Буда. Если девочки угадают 3, то все тогда. А тут до 20? До 20 очков. Они по-любому догадают. В настройках стоит до 20. Вань, короче, мы сейчас 14 сделаем и закончим эту игру. Давай, заканчиваем. Сколько нам пить-то? 4. Заканчиваем, чувак, с этой хуйней. 14? 14 сейчас сделаем. Да, похуй. Рези прожимай.
Давай. Не, клан, я же говорил, клан вар. Клан вар. Блять, ты пьешь шампанское, ебучку нахуй сними. Она еще закусывает. Реально, еще закусывает, блять. Это вообще Рафлан ебал. Ага. Тихо. Готов, Макс? Давай, Вань. Let's go. Пацаны. А в этом Макдональдсе делают такие булочка на булочке. Бургер. Нет, по-другому. Гамбургер. Чизбургер. Есть... Владимир Владимирович, кто у нас? Президент Путин. Нет. Раньше еще были такие прям крутые челы. Главнокомандующий. Нет, прям вообще охуенные челы. Рома. А, у тебя на туалете стоит на воду, еще крутится Смыв. Такой. Не-не, ты фоткаешь. А, счетчик. Ой. Счетчик. Let's go, нахуй. Когда мало еды, короче. Голод, голодовка. Не... Вот, правильно, let's go. У тебя есть дедушка есть? Бабушка. А, половой? Орган. А, замораживают воду. Лед. А, тебе пришла с Китая? Посылка. А, ты у кого-то большой онлайн, и ты ему... Завидуешь. Почти. Короче, который плюется зверь, блядь, плюется нахуй с двумя... Верблюд! Найс, блядь. И какой красный? Мухомор. Чё нахуй? Красава. Сколько, блядь? 14 дней есть? Нихуя. Нет. Почти. Практически 14, блядь. А бабушка была? Ребята, бабушка была. Была. Да, мы все отгадали. А голодовка была? Я не готова. Да. Был. А нам хотя бы три года. Владимир Владимирович, кто у нас? Цава. Не, все правильно сказали. Я сделала. Чего вы? Не смейтесь. Рекорд. Не смейтесь. Чего? Зависть. Красава. Он дал зависть. Завидовать. Не смейтесь. Он сказал зависть. Он сказал завидовать. Да, он сказал. Да, завидуешь. А, ты ему должен был повторить. Зависть, значит, не считается. Ему должен был сказать по-другому. Я завидую. Да. О, ебать, машинаторы, я хуй. Бля, ебать, сидят нахуй. Извиняюсь. Ванечка, Максимчик, вы лучшие. Я просто сказал, что вы лучшие. Да, царь. Ваня, хорошо. Я предлагаю просто кричать, чтобы они нихуя не слышали и 3 очка не набрали. Как вам идея, чёчки? 3 не получится вообще. Что 3? Там 3. Не смейтесь, ребят, давайте. Когда уходит закат. Реально. Мы танцуем с тобой... Танго. Вальс. Ламбаду. Танец. Я люблю снежные на снегу, на льду вот это кататься на... Санину. Коньках. Коньки. Я бросаюсь зимой чем? Снежки. Да. Что ты говоришь? Я люблю скише молоко. Это как... Кефир, ряженка. Да. Да. Во рту вода. Что? Алексей, ты молодец. Ас. Что? Что? В чем-то ас, типа. Я... Кто я? Я президент Украины. Приятного аппетита. Очень большой. Я тренер. Из школы ухожу. Ливнул со школы. Выпускник. Да, хорош. А что такое ас? Ну ас в чем-то, в каком-то деле, типа. Типа задница. А. Типа я ас в колесе. Все, они выиграли? Ну, она бы, наверное, я думаю, не вспомнила. Да, выиграли? Это. Поздравляем вас, ребята, вы молодцы. Ой, так неожиданно. Вы лучшие, девочки, вы самые лучшие, самые умные. Кто-то минусует, сука. Вань, мы не самые хуёвые. Не, нормально, все, продолжаем. Ставим нормал. А какой у нас, сколько у нас очков? 12? Они сыграли 3 раунда, мы сыграли 2 раунда. Больше раундов. Реально, Константинчик, нас заслуживают. Охуеть. А вы бы не хотели извиниться тогда? Не могли. А, ну да. А как уснуть нахуй? Ага, а я бы мы хотели сыграть немножечко. Как офнуть, брат? А вдруг бы Алексей победил, я считаю. Но... Брат, как офнуть? Что офнуть? Ну, это запиши трансляцию там. Чего тут? Алексей, ебан, мы с вами. Блядь, я скотчем 3 раза. Ваня. Алексей, вы готовы? Сейчас ебем нахуй. А я в июле, нихуя. Вадимчик, я буду задавать вам вопросы. Норма будет сложно. А, Наташа, да? Наташа, заебись, ты сейчас хорошо понимаешь. Да там нормал, пиздец вообще. Ну, да. Ты тоже 20 типа оставил? Через декадка будет. Вадим, тогда перед тем, как я буду задавать вам вопросы, можно поинтересоваться вашим уровнем прогресса? Какого прогресса? Ну, научного. Ну, такой. Ну, хорошо, вы готовы? Давайте тут хотя бы за скип это. Алексей, я не договорил. Ну, такой себе. Слышишь, Вань, давай реально, Вань, давай в этом Ауди за скип не пить, но это пизда. Да, за скип не пить. А кто рыгает? Я. За скип не пить. Ну, хватит рыгать, ребята. А за что пить тогда?
Давайте за дружбу, ребят. Просто так будем пить и все. За дружбу, да, ребят, чат. У нас Ваня обрыга ебаная вообще не пьет. За дружбу. У нас Ваня вообще не пьет. Сука, Вадь, закрой рот. Ваня и не бреется, и не пьет, блядь. Ну, это я понял, все. Пиздец. И в Питере живет. И пиздит еще, блядь. Так и есть. И сам он тоже, блядь. Ну да. За дружбу, ребят, за дружбу. Ну чего, Вадимчик, вы готовы? Рэди, нажмите. А мы первые? Ну, вы готовы? Нет, я нажму, вы готовы? Там, я задаю. Блядь, потом я еще обещаю. Я буду задавать. Да. Вы готовы? Да. Макс, ты молодец. Тишина в студии, пожалуйста. Алексей, давай, я молчу, Леш. Например. Полетели. Ёб твою мать. А вот, как вы говорили, в папке вот эта вот вся амуниция, как называется по-другому? Не-не, вся амуниция. Нет, этот. Вся амуниция, да, вот сложное слово. Как... А, вам нельзя это сказать. Нельзя вам это сказать. Сейчас я чат прочитаю. Ничего нет, подсказки, пиздец. Нет, хорошо, идем дальше. А вот это вот, типа, знаете, как говорится, дед говорил такое, типа, я. В детстве я, блядь, Нет, он говорил, дед, забаненный говорил. Я мудрил. Да нет, он говорил там... Дед Валакас, он говорил, я. Как он говорил? Он запретку ебашил 100%. Да, я, блядь. Ладно, все, хорошо. Да, блядь. Есть... Телеэфир, да? А есть радиоэфир. Да, только как он называется полностью? Радио. Полностью, вместе с вещанием. Радиостанция. С этим. И по-другому, с вещанием, вот это вот. Они передают радиоэфир. Сигнал. По-другому, радио... Радиационный эфир. Слушайте, ребят, нормально. Не-не, это ужас, блядь, это ужас. Радиотрансляция? А чё мне сказали дэп? Просто что танец, типа вот так руками влево. Ну дэп и даб. Он говорил всегда даб-даб я, даб-даб я. Подожди, что такое за слово даб? Даб, что это? Он так говорил, я думал, вы знаете деда, Вадим, извините. Мне кажется, лучше переключиться на лёгкое иначе. Блин, это сложно, ребят. Даб — это музыкальный жанр, блять. А сколько мы пьем, Вадим? Мы... Давайте по одному, давайте по одному за неправильное, просто и всё, да? А, давайте. Да, давай. Три, поехали. Юль, тогда не скипы, до конца беседи, потом будем пить, блядь. Так просто давайте после каждого круга пить и все вместе все. Зачем мне это? Давайте. Как семья. Какие-то наказания делать, просто надо все вместе пить. Да реально, да, давайте все вместе пить, а то нахуй Наташа нихуя не пьет, блядь. А я родняю, походу, Макс. Тихо, ебальник свой! Павловы, удачи вам, поздравляю, хорошо. Да ебалку закрой, нахуй. О, время пошло, уже извините. Нанести на кого-то, блядь, я даже не знаю, как это сказать. Что урон. Нет, например, у тебя есть учеба, ты должен составить какой-то реферат, но более кратко, там, типа, по какой-то теме ты должен принести на урок. Доклад. Так, а теперь какая? Ну давай же окончание к этому слову. Докладчица. Какая? Какая? Сделай, чтобы это слово ответило на вопрос «какая». Так ты слово произнеси, он поймет. Да, красава. Есть когда вот... Вот ты ни во что не можешь... Ты сложно... Блять, как это вообще? Короче, первая часть слова «сложно», только антоним. Легко. Вторая часть слова — это... Легко доступность? Чуть есть баллов. Атеист, а тот, кто наоборот верует. Ну, блять, это я не знаю, как легковерие объясни. А, легковерие, нихуя. Да, легковерие. О, подожди, одно слово, нихуя. Одно слово, хорош. А, спасибо. Да с каким баллов поставил в этот раз? Победа, ребят. На 20. Слушай, я рыбья. Блядь. Сейчас валь 40 кругов. Тихо. Давай, Костя. Это не поможет, это мне поможет, все. Я готов. Раз, два, три. Так, этот, чел, который... несет ответственность за какую-то там работу, блядь. Я не знаю, как это еще сказать. Директор. Не-не-не. Ну, в школе, может быть. Бля, я не знаю, что это. Пизду. Ну, я бы... Блядь, это легко! Короче, этот... Блядь, как называется эта игра? Да, Рома, я не знаю, как тебе буду объяснить. Нормально. Это пиздец. Наташ, напомни, как называется игра, где надо мячик вот так отбивать битой. Бейсбол. Бейсбол. Короче, там... Короче, это бейсбол. В бейсболе те, кто ловит мячики, там есть у них 4 точки, и это называется как? Каждая точка называется. Я не ебу. Ну, пошла ты. Ты сикпоинт бейсболом объясняешь? Блять. А это как это вообще, блядь, объясни по-другому? Что за слова, нахуй? Не, чекпоинт это... Блядь, место, где делают Зевса. А Зевс это кто? Нави. Не, Зевс это кто? Гром.
Нет, блять, это бог! Место, где делают. Что это за слово, нахуй? Бля, Валь, мне кажется, мы сейчас разъебем. Подожди, я буду, да, объяснять слова? Ты сейчас будешь, ты сейчас. Можно было отгадать, пизда. Я сейчас слово пьем. Ваня, что скипать? Наоборот, лучше не скипать. Я жвал, нахуя Роме отвечаю? Ребята, да. Я всех люблю, вы такие. Я вас тоже. Алексей, когда, кстати, напьется, он всегда подходит. Вы поняли, чат? Я только что отвечал Роме. Он говорит, Вань, мы сейчас. Я уже сбился, когда пить, когда не пить. Как бы сложно, сорян. Как душе угодно, Алексей. А, хорошо. Ладно, давайте на эксперт сразу next. Давай. Рома, ready, нажми. Так, вы сегодня приедете? Все, давайте. Давайте. Тихо, ага. Готовы? Да. Алексей, куда едем? Давай. Тише. А, короче, есть... Делают, короче, мясо посерединке, и там еще в тесто и в масло окунают. Член. Там нету мяса. Чебурек. Вот, да, правильно, чебурек. Максим. Ну, только там, где это делают все. Чебуречное. Ебать. Макс, красава. Прости, Макс. Это Рома сказал! А, что ты это не объяснил? Не, это похуй. Смотри. Вот когда узел, что делаешь? Завязываю. Да, только его нужно теперь наоборот. Развязать. Только окончание другое. Развязанный, развязывать. Нет, дороги еще вот так вот. Развести. Нет, там... Типа, разведённый. Да, развязка. Вот, развязка. Правильно. Да нахуй ты пиздишь, нахуй? Нахуй ты пиздишь? Блядь, что это за слово, нахуй? Верблюд какой-то. Давай тебе ничего не подсказывают, сука. Давай тебе подсказывали. Стекло дует. А, блядь, я уже слово подсказал. Стекло дует. Нельзя, нарушение. Стекло дует. Класс. Да, блядь, Павлов, заебали. Ванечка, вы лучше. Алло, два слова отгадали, нахуй. Я сказал, вы лучше. У Павлова. Павлов помогает, реально, блядь. Павлов, красава. Да вы наебали. Лучше себе помоги. Семья Павлова. Вы, кстати, знаете, есть такая семья психологов, психиатров таких Павлова? Не. Собака Павлова есть. Собака Павлова — это не то. Это ты, получается? Осуждаю, получается. Я любя. Вся обиделась. Там, сами извиняйтесь. Зачем ты меня собакой называешь? Извини, пожалуйста. Макс, даже прости. Потому что у тебя Павлов этот... А, у вас же есть собака, подождите. Да, маленькая. Получается, такая. Он про нее. Собака, да. Павлова. Нет, Макс — это ее отчим. Чей? Типа он ее ебет? Что? Подождите, стойте, не все отчимы такие, осуждаю. Согласен, да, не будем говорить это. У кого есть отчим, плюс счет? У меня не было никогда, не все такие отчимы. Так, ладно, давайте похуй скипнем разговор. Бля, Павлова заебали. Готовы? Ладно. А кто говорит? Я? Алексей, вы готовы сейчас разъебать? А, вы говорите, Вадим. Юль, ты реагируешь на Павлова, то есть ты уже принимаешь Вадим, знаете? Ну вы все знаете, да? Сейчас будет очень жестко. Я, I'm ready, go. Погнали. 3, 2, 1. Сейчас 100 слов в секунду. Бам! Let's go. Короче, смотрите, вот ты берешь такое и на спину начинаешь что-то, вот такую херню, мазь какую-то так. Что делать? Наносить, мазать. Вот. И знаешь, как, когда ты, например... Мозоль? Все, мы в говне. Знаешь, вот ты, короче, ты вот... Мозамбик. С ментами договорился. Ты сказал, Вадим. Мозамбия. Ты однокоренной сказал, Вадим. Скип, пиздец. Бля. Все, он что это, ебать? Вадим? Это пиздец. Давай, ты красава. О, у меня есть такой на Фейсите, короче, я создавал, чтобы пацаны играли в CSGO. На Фейсите такой... Клан. Нет, по-другому. Команда. Хаб. Красава, ебать, лучший из лучших. Я забыл, что это. Короче, улица на английском, нахуй. И слово такое, знаешь? Стрит. Сити. Хорош. Улица City. И... Улица и... И езда. Пизда. Стрит драйв. Мы в говне. Стрит рейсинг. Переводить тоже нельзя. Что такое стрит рейсинг? Бля, вы видите, как он руками махает? Это типа гоночные. Это типа гоночные гонки. Вообще голова не работает. Он думал, что это увеличивает шанс выигрыша, блядь. Я хочу... Не, ребят, на самом деле... Ребят, на самом деле... На самом деле, неважно, как... Ребят, на самом деле, неважно, как закончится сегодня встреча. Вы самые лучшие.
Сластолюбец. Да, вот это сластолюбец, я вообще не понял. Это который сластолюбец. А я не понял. Я 6 раз прочитал Стаса любит, я хотел объяснить, что любит Стаса, типа. Сластолюбец. Кто Стаса любит, скажите? Кто Стаса любит? Да похуй, один. Сладливый, сладострастник. Кто Стаса любит, плюс чат. Ну просто Стаса кто-то любит здесь. Все, пиздец. Я... Следующий ход, пизда. Давайте. Готов, Юль? Павлович. Ладно, ребят, да. Поехали. Так, главное не участие, главное победа. Поехали. Покажи нашу синергию. Бля, вот сейчас Макс объясняет, это пиздец, Юль. Удачи. Покажи весь свой интеллект, тихо, Макс, который красава. Ты накопил тихо. За 22 Стас года. Красава. Так, тихо, пиздак всем закрыть. Чего? Ух ты ж, ёшкин кот. Вот я тебе, когда что-то говорю, чтобы этого не делать, я тебе что делаю? Запрещаешь, запрет. Нет, по-другому только. Выпрашиваю. С добрым намерением. Рекомендуешь, советуешь, совет. Нет. Добрый. Еще раз. Что на О? Когда я тебе говорю, что ты делаешь, только это с добрыми намерениями. Ну, блядь, совет, я не знаю. Ладно. Когда ты подаешь что-то в письменном виде, что это такое? Оставляешь? Заявку. Правильно. Охуели? Эй, что за слово такое? Это что за слово? Типа Инстаграма, где прямые эфиры вели раньше. Телескоп какой-то, блядь. По-другому, по-другому. Перископ. Да. Бля. Когда ты, у тебя ничего не получается, это не из-за тебя. Блять, отчаяние какое-то, я не знаю. Это он тебе мотивационку ебанул. Охуеть, заявка, блядь. Что это за слова? Заявка, слово такое. Невезение тоже довольно простое, блядь. Ага. Ну да, времени не было. Вообще, хотя бы, так это же вариант норм, по сути. Максим, вы молодец, Максим, вы молодец. Спасибо, Алексей. Вот знаете, Максим. Спасибо, спасибо, Алексей, спасибо. Что это за хуйня? Максим, а у вашего имени есть полное? Вот у меня, например, Алексей. Тихо, вот у меня Максим. А ладно, долбоебы! А, извините. Ты взор не можешь объяснить? Что ты скипаешь, блядь? Лёгко ищешь? Я не понимаю. Это Наташа, а не я. Блядь, Наташа, всё, нормально. В тортике чаем его заправляет. И что это он? Что делает несколько часов? Бродит. Нет! Его вишневой наливают что-то вот этой штучкой, и чтобы оно настоялось несколько часов. Что это такое? Чем наливают? Да хуёзно. Да пропитка ёбаная! Смотри, я делаю пасту из баклажанов. Баклажан — это что в этом рецепте? Баклажан — это этот... Овощ. Баклажан — это ты ёбаный! Это ингредиент! Блядь, ты не можешь сказать, что блюдо... Баклажанов, блядь! Ты не можешь сказать, что блюдо делается из чего, блядь? Похлопал Наталье Берниковой, да, молодец, объяснила все слова правильно. Да, Наталья, вот сейчас чуть подкачали, но... Ром, я готов. Ебать. Скажите мне, пожалуйста, как объяснить слово рантье, конгрессмен, акватория, знаете как? Мультик Рататуй. За то, с тобой не скучно. А вот из него уже думать. Спасибо, блядь. Вань. Сумма сбродства. Ебать. Вот вообще легко, Наталья. Тише. Можете, пожалуйста, послушать самую лучшую команду, которая вырвалась топ-1 еще на первом раунде? Как мы уже все сказали. Вань, только ты можешь мне объяснить слово «взор» вот прямо сейчас? Что? Взор, ну ты сказал, что ну, взор. Ну типа, зырить, только взор. Так все это. Нет, зырить это не взор. Все, Вань, дело закрыто, погнали. Невзор, это есть такой этот, Невзоров, типа, поняли? Невзоров, актер такой. Непонятно. Ну давайте, Ванечка, нажимайте. Я слышу, Ром, поехали. О! Вань, как рождается у людей? В яйцеклетку попадает кто? Сперматозоид. Красава. Кто это? А, смотри, вот есть такая обводка, только она яркая, как это называется? То есть идет там, не знаю, например, ангел идет, и вокруг него такое... Нимб. Сияние. Демон. Нимб, сияние. Вот оно сияет, но по-другому, вот от слова... Сияй! Знаешь, что можно потушить, Варь, что можно потушить? В церкви ставят такие штуки, которые... Тебя нахуй можно потушить. Нет, свечение. Да. Красава. Блять, ладно. О, мы вот...
Как говорят, да, русские, украинцы, мы кто? Мы вместе. Братья! Не, братья. По-другому. Братья кто? Славянин. По оружию. И один чел? Славянин. Красава. Очки у тебя называются так еще, как? Картье. Капли, но по-другому. Откуда там? Кто? Ну да. Бля, ну, авиаторы, понял? Типа, я думал. Я думал, ты мне подсветил. Надо было, знаешь, как сказать, Роман? Надо было сказать фильм, в котором снимался Леонардо Ди Каприо, где самолеты были. Я об этом сразу подумала. Я такой даже не смотрел. А я думал, ты про те очки, которые ты мне подарил, я такой думаю, понятно. Ну да, так это авиаторы называются они. Так Картье они называются. Картье! Не-не, форма называется, авиатор. Форма, авиатор. Типа адютатки, как очко. Я хочу что-нибудь похрумкой заказать. Нормально, плюс три, ебать. Алексей, ебашься. Вадим, в данный момент от нас зависит, насколько сильно мы уйдем вперед. Вы готовы? Ну, примерно на ноль улетите вперед. Максим, поддержите меня. Алексей, помогайте, Алексей, помогайте. Вы самый лучший, у вас все получится, Алексей, я считаю. Вадим, вы готовы? Я так считаю. Тише, поехали. Раз, два, старт. Поехали. Ладно. Это можно было. Хорошо. Который постоянно все жалеет. Только сейчас аккуратно, Вадим. Вас за это однажды. Ну, как бы. В общем, только он по-другому, как бы. Вот знаете, вот он, как бы, жмот, да, жмот, который все жалеет. Алексей, ну, вот давайте по-другому. Следующее слово. Хорошо, давайте лучше следующее. Хорошо. Туда, куда приезжают корабли. Они. Порт. Да, только по-другому. Они туда приходят, и это как бы называется... Портовый склад. Нет, вот приходят, и это как бы... Они туда... Ну, что приходят, и что? Ну, ладно, хорошо. Уходят. А медведь только по-другому, в Америке. Бер. Где-то, да. Только такой, типа такой большой. Его так... У них не медведи называют, а вот так вот, типа. Ну вот. Да мне похуй, как у них называют. Хорошо. Молодец, умничка. Красиво, гризли. Да, это все отмена. Это тоже не туда. Это, ну ладно. Хорош, блядь. Стойте, подождите, стойте. Гризли засчитаем. Подождите, можно секунду? Конечно, засчитаем. Где у меня блядский сперматозоид здесь, в этих словах? Нет, где у меня нет, какая-то залупа другая? Посмотрите на эти слова. Алексей, я не шутил, но вы нет. Нет, гризли легко было, пиздец. Кашпо, девиант, скоропись, кларнетист, лишайник и отстойник. Я что должен сказать? Алексей, тут уже просто запретку можно будет вынести, все. Нет, гризли засчитаем. Алексей. Гризли считается, конечно. Ну-ка засчитайте. Нет, блядь. Я вам сейчас как минус... Нет, гризли, мы сказали гризли, охуели. Мы сказали гризли. Считайте, сука, медведя ему ебаного, кто там платит. Конечно, ебать. Я сказал бир, блядь. Они по-любому говорят, это бир, блядь. Это пиво. Лучше почитаем, а то потом судиться буду, блядь. Это Биар Грилс, видели? Биар Грилс. Надо было так сказать. Вот это тупое. Грилзы только медведь. А знаете, вы видели когда-то гризли? Да. Вот тут под домом сидит. Если бы медведь носил грилзы, как бы он назывался? Гризли! Что не услышал, но прикольно было. Вообще фул мимо. Давай, боём! Ребят, знаете... Павловы! Ну ладно. Спасибо, Вадик. Ну ладно. Да, боёва какая-то на минус ебали, она не пьёт как будто. Да завали ебучку. Она не пьёт, вы стримите. Я ни разу не видел лоток. Она не твоя, ты играешь с ней, она с тобой. Макс, ты ради нажмёшь нахуй сегодня или нет, что я жду? А, я, да. Нажал. Короче, когда произошел платеж, но не хватает суммы, это одним словом как можно достать? Ой, назвать. Бомбит. Скип. Короче, когда твой товар в красивую такую обертку заворачивают, ну это просто как можно назвать одним словом? Вот у этого товара подарок. Красивая обертка. Нет, обертка, блядь, я и так сказала. Нет, ну смотри, обертка. Ну, короче, это подарок, да? Что бумагой красиво его делают? Процесс как называется? Обертывание, блин. Да, в пизду ты нахуй. Обертывание? В пизду тоже. О, короче, когда есть соло-исполнитель, да, вот он поет, а вот на заднем фоне, нет, а вот на заднем фоне кто поет тут? Бэк-исполнители. Подпевка. Бэк-исполнители. А пение только... Бэк-солист. Первое слово... Ну, блядь. Подпевка. Бэк-вокал, бэк-вокал. Да, бэк-вокал. Бэк-подпевка. Блядь. Бэк-вокал, я забыл, блядь. Неправильно.
Ладно, Юлечка, да вы похуй. Так много слов сегодня угадали. Все, я теперь стиль-то, блядь, пойду на... Все, давайте выпьем, Юлечка. Давай, знаете, Наташа, ты готова хоть одно Юля, слово? Юля, а что ты пьешь? Знаешь ли ты... У меня... За вас, Юлечка. Дорог шла босиком. Да, не жалей. Да завалите, сука. Раз, два, три. Я же какой-то агрессивный, да? Все, let's go, я сказал. Завалите ебало. Давайте. Блядь, чел, который шарит за природу. Иван. Природа, привет. Лесник. Фауна. Что, блядь? Короче, смотри, короче, есть два человека, они работают на одном заводе, блядь, одному платят меньше. Что он чувствует к себе? Хуёво ему. Пиздец. Короче, у вас... О, этот... Короче, ты народился, блядь, сыном короля. Ты кто? Царь. Принц, я принц. Нет, нет, ты получишь скоро трон, ты кто? Царь. Я король. Наследник. Царь. Наследник, скажи уже, блядь. Наследник, да. Охуенно, вообще это. Хуй знает, что это. Когда это... Ты учишься сначала, короче, теории, потом идешь работать на работу. Как практикант. Это? Молодец, молодец, лучше заработать. Охуеть слово. Что дальше уже впадло объяснять надо. Похуй, у вас два слова. Реально. Практикант, ты нормально практикант объяснил. Заебись, поехали. Че минус один, там ноль должно быть. Блять, я все вспоминаю, как он мне чекпоинт объяснял, это пизда. Да бог, это нормально. А что практикант было? Чего? Я опять объясняю, Ром, тебе. Да, зачем вы минусы ставите? Зачем вы практикант ставите плюс? Она сказала. Я практикант. Она сказала, сказала. Она сказала, Ромочка. Она же практикант сказала, Ромочка. Ромочка, она сказала, Ром. Ты че, сука, машинишь, ебаная? Да, она сказала. На самом деле я Наташу просто не слушаю. Я вообще не понял. Она сказала. А, вы не слушаете Наташу? Ну а нахуй ты вообще нажимаешь тогда, если ты меня не слушаешь? Тише, Наталья. Давайте, удачи вам. Столько агрессии, ребят. Я в шоке, Алексей. Блять, Рома, завали, блять. Это не я, долбоёб, ебаный. Максим, никогда в жизни так не агрессируйте, понял? Тихо. Я никогда, Алексей, так не агрессирую. Умничка, молодец. Тише, тише, гул, тише, гул. Тихо. Готовы? Да. Книжки делают, короче, название это... Короче, блять, что за хуйня? Про свет вот, это на даче. Ты читаешь в школе первоклассники читают по... Буквам. Читают по... Слогам. Вот, только одно. Слог. Найс, красава, ёбаный брать. А чё ты про свет не объяснил? На о, короче, ток. Сила тока. Ну. И? Одно. Напряжение. Напряжение. Нет, называется сила тока. Электричество. Не нет, по-крутому, по-физически. Ом, ом. Нет, это другое, значит, не сила тока. Напряжение. Примерно. Напряжение. Примерно. На нет, на В, на В. Алексей. Ампер, ампер. Вот, а, вольт, вольт. Нет, Евелион сказал, Евелион сказал. Повтори, Вадя. Вот, красава, найс. Все, сойдет два слова. Здорово, ёбаё! Какие два слова, блядь? А чё ты просвет? На просвете, ебать, на карте есть такая. Абракадабра, блядь, алло. Алло, слот и ват, не трогайте, слот и ват. Арбакадабра. Куда в минус-то, ёбаный? А где просвет? Это нам твой кот хуярит. Просвет. Где это просвет на картах? Да просвет очень сложный. Кто на полы хуярит минус, блядь? А где просвет, я не понимаю. Ну ладно, не важно. Сука! Ну не важно. Четвёртый просвет. Наташа! Я ФКшечка. Я что, блядь? Наташа! Мои руки нахуй. Давай, мы сейчас. Нам кто-то минус один хуярит, подожди. Ой, тихо, не надо, не надо. Вадим, это мы начинаем? Мы. Нам кто-то минус один хуярит. Вадим, у нас 4 очка, 3 очка. Да кто? Че за гандон, ебаный? Ром, мы впереди. Да, нам, блядь, ребят, пожалуйста, пожалуйста, не рукайте, не палитесь, не палитесь, уберите пол стола. Уберите полонь, пожалуйста. Я вас засужу нахуй. Это Наташа делает, блядь. Наталья, Наташ! Шадун кек вышел, шадун кек вышел. У меня тело упало, а я вернулся, Алексей. Жмите рейди, Алексей. Вадим, можно для вас мотивационный? Сейчас пиздец будет, Алексей, не надо, сейчас переразъеб нахуй. Лучше, а, вы отказались, да? Не, Алексей, я имею в виду, что поберегите свои силы, и сейчас будет ебнуться. Давай. Следующее. Блядь, да что это слово? Тихо, тихо, Алексей. Когда ты деньги кому-то даешь, он тебе охуенную идею говорит, а ты ему бабки даешь, и он делает это дело. Не-не-не-не, ты являешься кем? Инвестором. Вкладчиком, инвестором. Красава. Бля, знаешь, есть, вот, есть чел такой, гузло, а есть первый.
Когда, короче, новые языки выходят, и все такие, ебать, начинается жестко, все хотят купить, это что? Распродаж, купка, ресейл. Не-не-не, начинается... Ажиотаж, ажиотаж. Да, кроссовый, лучший из лучших. Это не знаю что. О, короче, вот одевают, короче, такие, ебать, официальные челы на шею, такую хуйню, понял? Как называется? Нет, как бабочка, только, блядь... А, галстук. Только по-другому. Так, он типа понял, он с галстуком, значит, он кто? Он важный хер. Нет, вот от слова галстук. А, депутат. Да, депутат. Галстук. Не сказал, это коренное. А что, так я в курсе, что он не у них в команде, блядь? Не, он сказал это слово. Он сказал слово галстук, потом я его повторил. А, понял. А, я такого слова не знал, правда, галстук. Можно один вопрос? Да. А нахуй хлопать постоянно? Кто? Алексей. Я не хлопаю. Макс, вы лучший, я люблю. А что такое шпик? Я вас потом поцелую, когда приедете обратно. Хорошо, Алексей. А как отвечать слово сусло? Сусло? Это типа... Нет, сусло. Я хотел... А что это такое вообще? Сусло — это, короче, при пивоварении. При пивоварении. Готовься. Давай, я готова. Ты объясняешь. Сусло, блядь. А, шпик — это вкусная штука. Блядь, похоже. Пролил. Да, все, шпик тихо. Это свиная, да, залупа. Все, да. Пиздак. Свиная залупа? Ну, нормально. Свиная залупа, круто. Бля, вербовщик, это тоже легко. Жми, ёкарный бабай. Тихо. А куда записывают планы на, например, на сегодня, на завтра? Блокнот. Планер. И по-другому. Аэроплан. Каждый ведут его. Какой-то календарь. Задачи, план, блокнот, я не знаю. Заметник. Ну! Заметки, да. Ты тебе Рома сказал! А он дневник. Да. Охуеть, красава. Когда ты что-то вот так, оп, и больше его нет, а что такое? Проебал. Исчезновение! По-другому. Папа. Оргазмыч. Опа, его нет, но выйдет. Деньги. Ну, когда его больше вообще совсем нет. Ну, убил. Блять, пизду нахуй. Утеря. Когда вот, например, на ветру листик вот так вот. Это что такое? Развивается. По-другому. Парит. По-другому. Ну, цветок так. Все, пизду. Юлечка, парят вейп. Хорошая, Лёша, хорошая. Парят вейп и здесь. Ой, шкипер, можно было этот из Мадагаскара пингвинов, блять, объяснить. И чуть был такой, я помню. Потом он. Бля, ну и хуйня ваши слова, все, ничего не понимаю. Реально, пока. Да, мы до 20 до завтра будем играть. Нихуя, мы 7 уже, Ром. Ебать. 7, ебать. Челы пишут в чате. Юля, пиздец. Ну да, блять. Да, Юля, блядь, не обращайте внимания. Ну да. Бля, у Юли там один чел написал в чате. Нас с Ваней, блядь, хуярили половина чата, блядь. Мне пишет, я когда что-то делаю, пишет, ебать, Ваня тупой, блядь. И мне вообще похуй, блядь. Не обращай внимания, вы на самом деле очень умные. Ну чё? Один чел, но я ему ответил. Аля. Тихо, самая лучшая команда сейчас отвечает, слушаем. Подождите, мы в следующем ходу. Так, я готова нахуй. А я сейчас объясняю, да? Ноль слов. Так, замолчите. Так, давай, ебаш. Let's go. Скип, блять, опять скип. А, когда белая на белом шмотке, ты черное пятно выводишь, тебе какое-то средство нужно. Ванечка. Как оно называется? Средство для выводения этих перм. На. А, я сказала однокоренное. А, все, не засчитываем, отбелитель. Хорошо. Вот ты делаешь из теста такую штуку тонкую, круглую. Пицца. Нет, тонкую круглую, с икрой, со сметанкой, со сгущенкой. Блинчик. Да? Блин. Только это место, где делают вот эту штуку. Как блинчная. Она называется? Блинная. Это не считается, ребят. Всякая хуйня, которая пахнет вкусно, это как называется? Залупа. Парфюм. Нет, благоухание. Извиняюсь. Это знак, наука. Ты делаешь в ампулках всякие штуки. Наука. Всякие штучки, вот эти вот, заливаешь туда, у тебя взрыв. Наука. Наука, эксперимент. Это экскремент, это что другое? Экскремент это не то. Экскремент это говно. Наташ, попытка была хорошая, на самом деле. Блин, ну попытка не пытка, Наташа. Нет, блинница была. Вот сейчас пишут, Костыч тупой, блядь. Как понять нахуй? Да, не твоя, ты играешь с ней. Сейчас! Легендара! Тихо, внимание!
Внимание. Я эксперимент прочитал. Чемпионы действуют. Эксперимент. Выступают. Внимание. Let's Вань, go, everybody, блядь. И семи слов пять подсказали им, нахуй, чемпионы. Да, кстати. Не подсказывайте, реально, не подсказывайте. Ебало. Давай, Лука, там посиди нахуй на предпоследнем. Ебало, вольни нахуй. Что, давайте помолчим все, кроме них. Да, все, молчим. Окей. Давай. В универе есть этот, разные там... Она там компьютерная, там, не знаю. Кабинеты, там, кабинет. По-другому, по-умному. Ты еще не учился, блядь, ты можешь не знать. Да, не знаю. А, аудитория. Похуй. А, вот дед варит вот водка такая сельская. А, блядь, вспомнил, сейчас. Ну. Вспомнил, сейчас. Ну, водка такая сельская. Да, я понял. Самогон. Самогон, да. И он, и этот человек кто? Самогонщик. Красава! А я не знал, я на шару сказал, извините. Цесау там ебется! Фруктоска. И по чуть-чуть поменьше этот в конце. Вот этот, как есть лактоза. Фруктоза. Красава, блядь! Ой-ой-ой. Ебать. Это кто, блядь? Окей. Окей, это осуждаю. Окей. О, вы знаете, что? Новый, там Моргенштерна трек. Не держи. Работа Мэрин, денег. Бог, по-другому. Скажите, Роби, что это не караоке, ёбаный стыд, блядь. Ребят, чё Моргенштерна начал хуярить, блядь. Ребята, можно сказать? А поехали в караоке? Давай, блядь. Лёш, был бы ты в Питере, мы бы сейчас с Максом бы точно туда завалились. Блядь, я такой... Ну да. Такие Алексей, два слова изичные в конце были, пиздец. Я задаю вопросы вам. Ой, Вадим, подождите, вы готовы? У меня все упало. Подождите секунду. Вам всего лишь 20 лет, Вадим, как все упало? Макс, поехали в караоке в Питере вдвоем. А это не так работает, Алексей. Как это вдвоем? Стойте, я сейчас прилечу, е-мое, блин. Алексей, сколько до Питера лететь мне? Полтора часа, час 15. Алексей. Да, Вадим, я же. Алексей, прилетите в Киев, мы поедем. Все, поехали. Я ready нажал. Вадим, раз, два, три. Фу, есть пирожные такие, маленькие. Эклеры, маффины. Да, по-другому. Их, это модное название, вот так вот используют эти хипстеры. Донат. Да, еще по-другому. Вот, хорошо, есть стример такой. У него Кирилл... Эклер. Нет, по-другому, на К название. Панкейк. Вот, умничка, молодец. Есть... Вадим, слушай быстрее. Молочный чай. Милк. Молочный лун. Молодец, умничка. Там, где на бойцов ставят ставки. Ставочная. Да, но по-другому. Хорошо. Еще раз. На бойцов ставки ставят. Вот там раньше называлось так. То есть это букмекерская контора раньше была, а по-другому в другое время, в раньше. По-другому, нет. Бьет по... Господи, как же вам так сказать-то, боже. Алексей, скипните нахуй лучше. Ладно. Тотализатор, бля. Ну тут очень сложно. Ладно, два угадали, и слава богу. Вы угадали панкейки у Луна? Может быть, изи поставим. Изер. Три раза изер поставите. Не, нормально. Не, хорошо, Вадимчик, вы лучший умничка. Блин, Алексей, было очень сложно, тотализатор, пиздец. Бля, ебучие слова. Я не знал, как его сказать еще. Тотал вот этот. Я не мог понять, типа. Не. Я понял, вы молодец, это я хуёво заплыл. Да нет, Вадимчик, вы самый лучший на самом деле. Эй, Гарри, давай. Давайте, Алексей. Ой, не Алексей же уже, блядь. У нас 7 очков, всё хорошо. Нормально, мы сейчас 3 ёбнем, блядь. Макс, а можно следующую я с Вадей буду, пожалуйста? Нет, следующую уже не будем, мы нажрёмся уже в жопу. Это последнее, видите? Нет, я хочу еще одну хотя бы. Ну приезжайте в Киев тогда, ё-моё, блин. Давайте следующий просто изи сделаем. Да, давайте следующий изи просто. Да, изи сделаем за 5 минут. Изи до 5. Давай долго будем этого, блядь, делать до 20. Да, мы эту долго будем делать. Еще минут 20. Изи там. А, так давайте закончим. Тихо. Смотри, поезд Москва-Питер, как называется? Сапсан. Охуенно, блядь. Вот в двери, чтобы посмотреть, кто стоит за дверью. Это что? Глазок. А теперь, смотри, глазница? Такой же... Нет, это человек кто? Он, глазной? Смотри, ну, есть медовик, а окулист. Это... Добавь окулист. Окончание нужное. Кто, блядь? Медовик? Глазунист. Медалист. Глазунист, окулист, блядь. О, смотри, есть маленькая овечка, ребенок овцы. Это кто? Барашек. Овца. Барашек. Нет, ну... Жеребенок.
Нет, ну маленькая овечка. Вот есть корова, это теленок, а у овцы это... Овенок. Говядина, а это будет кто? Говядина. Ягненок! Ягненок. А телятина, а это? Ой, я сказал телятина. Телятина. Ягнятина. А говядина. Красава. Ну, ягнятина, он успел. Да, он успел. Нет, ребят, предлагаю, давайте... Нет, это закончим. Давай, да. Это закончим, а потом одну изи маленькую. Да, да, короткую. До 10. До 20. 10 можно сразу уебать. Да я умру сейчас. Ты готов? Я Рэдди Костыч. Давайте. Собёнок. Хуй знает... Долото. Долото. Ты приходишь в какой-нибудь магазин, и тебе там могут предоставить такой, этот, такую бумагу, и там написано все цены. Как это называется? Прайс-лист. Прайс. Меню. А? Меню. Прайс-клант. Нет. Именно тебе там полностью список товара предоставлен и цену, блядь, на нем. Не знаю. Прескурант, ёбаный. Ну все, скипайте тогда. Ну это, ну то сказали тут правильно, по-английски price. Первое слово. Да, и меню. Второе. Прайс. Бумага А4. Прайс-лист. Прайс-меню. Бумага А4 как? Прайс-бумага. Как это, ещё потереться можно, блядь, на улице? Лопуха, это что? Прайс-растение. Прайс-лист, что ли? Да. Ёбаный. Чел, который этот сидит заперти нахуй за решеткой, как его называют? Обезьяна. Не-не, по-официальному. Заключенный. Тюремщик. Тюремщик — это не тот, кто сидит. Тюремщик — это наоборот, кто... Они твоя, ты играешь с ней. Держит, охраняет. О, я? Объясняю? Да, ты лучше. Блядь, пизда нахуй, готовься свои покчампы нахуй. Давай, Вань. Готов? Рэдди, нажми, нажал. 3, 2, 1. Короче, когда покружился вокруг себя... Головокружение. Да. Ну, это окружение. Это коренное. Всё, минус. Блядь. Звенят в этом, блядь, колокола. В церкви. Только нет, только один. Колокол. Нет, один. Кол. Нет, еще ласково так еще. Колокольчик. Правильно, красава. Охуеть слова, блядь. Ты что-то сделал, ну, ты должен сделать это вот точно, вот прям, это твоя... Обязанность. Вот, правильно, да, повтори. Обязанность. Я отлова. Что это? Что? Фу, ты такая, типа, девочка тебе говорит, фу, ты такая, ну, блядь, там... Противная, не знаю, Вот, да, почти, только, вот, блядь... Дерзкая, мерзкая. Нет, почти, такая ты... Тура ебаная. Грянь, блядь, ебаная нахуй. Бля, ну это не догадаться, тут много вариантов было. Да, там много вариантов. Чё, сколько не отгадали? Два. Не отгадали колокольчик и головокружение. А, нет, головокружение не отгадали. Обязанность. Обязанность, да. Ебать, я красава, я помог. Плюс один бальчик. Молодец. Спасибо, спасибо. Мне не жалко, мне похуй. Я тебе сейчас тоже помогу, давай. Да. Алексей, Лёшечка, вы готовы, я буду помогать вам. Сейчас такой разъёб будет, нахуй. А, да, я готов. Поехали. Бам! Бадыч! Брачные... Ночь. Игры. Нет, есть одно слово. Блин, ой, я не то сказал, походу, слышишь? Ночь? Нет! Брачные игры, брачная ночь, брачная обязанность, брачная обязанность. Криминальная. Меня выкинуло. Криминальная. Меня криминальная выкинуло, Алексей. Любовь. Криминальная Алексей, чё? Меня выкинули, нахуй. А, давайте заново. А мы можем заново? Мы не можем заново. Вы сказали, ладно. Когда ты что-то плохое сделал, и потом тебе это вернулось, как называется? Карма. Красава плюс молодец. Смотри, у меня есть большое что? Жало, член, нет, нос. Нет, нос. Вот, а есть, короче, пчелы, эти, пчелки, они что носят? Мед. Вот, часть слова. Что ты? Такой что чел ты? Очень жесткий, ебать, он всех хуярит, по-моему, это... нет, это не то. Короче, вот, что ты сказал, нос, это вторая часть. А вначале это те, кто носят, вот они носят, короче, пчелки носят что? Медонос. Красава, блин, случай. И вот, когда, короче, есть там... Иди нахуй. Класс. Нам, блядь, мы бы... Сейчас руководство, это халява ебаная была, блядь. Вадимчик, вы лучше, но нас выкинули. А медонос это кто? Это... Однокоренной... Медонос это мы. Какое однокоренное? Не от слова носа, а от слова носят, наверное. Да похуй, убежал, значит, прав. Ничего не понял. Нормально. Ну, типа, однокоренное было. Так я же на другое сказал. Так ты сказал носят.
Ну, блядь, ну нос, носит это другое. Это, я говорю, как будет, ну типа, что это... Юль, готовься, мы сейчас 5 слов отгадываем, нахуй. Давай, давай, похуй. Удачи. Но мне дисконнектнуло на 15 секунд. Все тихо, тихо, давай. Все тихо. Когда вот, когда ты говоришь человеку все прям вот в лицо, это как называется? Высказывание. Когда ты прям, прям в лицо говоришь. Ну, напрямую говоришь, прямо. Ну, что это такое? Ему. Ну, прямо линейность, правильно. Не знаю. Крусок! Что, блядь, его, кто нахуй плавает такой, ебать? Блять, где вот в Арктике плавает такой здоровый, а, серый, не, нахуй, по-другому. Да, да, да. А, не знаешь, что такое? Вейп города я заработал денег, это кто? Это Моргенштерн. Моргенштерн! Да! Что? Какой нахуй Моргенштерн, блядь, здесь? Стреляет, чтоб сигнал подать, из чего стреляет? Это пистолет, короче, как такой называется? Красный. Не-не, что это такое? Эй, похуй. Аварийная хуйня. А, ракетница. Когда что-то собирает, а потом это разбирает, что это такое? Лего. Нет, разбирает, когда разбирает что-то. Нет, разбирает действие. Демонтаж, ладно, похуй. Ой, блядь. Блин, вы так много слов пропускаете, пиздец. Да, склянка, это же, типа, чашки, стаканы, что это такое? Стаканы. Рейки. А ладья, ебать, это халява, нахуй, в шахматах. А да. Можно, пожалуйста, вопрос, какого хуя тут делает Моргенштерн? Так это была лава. Это была не исполнитель, это была лава. С маленькой буквы же написано Моргенштерн. И что? Ну, значит, это какой-то предмет. Лёш. Алексей, вы можете для нас петь, пожалуйста, Алексей? Лёш, вас не слышно, Лёш. Алексей, вы можете для нас петь, да? Так я пою сам. Алексей, ты где? А, вы сами для себя. Я спою, Алексей, спейте нам, спойте. Я спою, сейчас приеду. Алексей, спойте нам, пожалуйста. Давайте этот стрим закончим караоке совместно. Ну, надо только доделать. Да, играть. Наташ, поехали. Давайте. Сейчас лучшая пара пока у нас. Давайте, блядь. Вы лучшие. Я вас за вас болею, блядь. В смысле лучше? Не понял, блядь. Это что за подъёбки сейчас? У меня в вашей паре, у меня, ебать, красава, нахуй, друг Константин, который мне сейчас куда везде хожу, нахуй. И моя девушка, ебать. Я болею за вас, нахуй, как за нас, блядь. Спасибо, спасибо. Мы еще раз давайте. Я болею за вас, за нас. Я буду помогать. Мне поебать плюс похуй, блядь, вообще. А что ты объясняешь? Во что ты закручиваешь вот эту штуку для курения? Бумага. По-другому. На другом Косяк. Языке. Косяк. На другом языке. Бумага, 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 бумага. Бумага на другом языке. Папир. Да. Папирус. Хуй знает. Хуй знает. Догма — это еда. Хуй знает. Хуй знает. Хуй знает. Понял. Хуй знает. Атомный коллайдер. Хуй знает. Киноактрис! Блять, я не знаю. Киноартист! А, когда ты разговариваешь, короче, много орешков в себя засовываешь и говоришь там на-на-на-на-на-на-на. Белочка. И у тебя разрабатывается вот это вот, типа, когда ты очень хорошо все выговариваешь. Это как для ведущих, да. Такая гнущаяся металл, гнущийся металл. Сплав, всякие. Пластилин. Нет, из него делают... Жду тебя. Костыч, ёбаный! Не, ребят, вы хотя бы, ну, пьём ещё до сих пор? Да, я ебать, я же ёбнул, пиздец. Ребят, я уже допил одну бутылку. Начал вторую. Прям бутылку допили, Алексей. Не, ну у меня там было мало, Ромочка, мало было. Слушай, пластилин плоховато было, конечно. Пластилин, конечно. Костенька. Металл, говорю, он говорит, пластилин, блядь. Наташ, ну вы тоже знаете, но не получилось. Давайте, next, давайте, сейчас у нас лучшая пара, они на первом месте. А папир сколько дали, да? Да. Нет. Из 11 слов 10 подсказали. Папир угадали. Парирус, парирус. Всем подсказывают, не пизди. Алексей, не подсказывайте им, Алексей. Они подсказали, они проволоку отгадали? Я замок, я ключ. Поехали. Они проволоку отгадали? Они сейчас 0 отгадали. Нет, не проволоку, не отгадали, не отгадали. Бля, Вань, это время я делал глотков нормально, так что готовься. Итак. Наташа, оденься! Тихо. Вот смотри, в общем, туда краски размешивают в ней. Палитра. Красава. О, а туда косметику девочки этот называется. Ты купил такую с косметикой? Макияж. Похожее слово на предыдущее, прям одно и то же почти. Литр. Не, похоже, прям. Палитра другого. Палетка. Красава!
И чата прочитал, козёл нахуй. Он, короче, дом, слышишь? У него есть такая бумага, он типа дом вот сначала придумывает. Как он называется? Архитектор, да. Ой. Архитектор. По-другому, вот это он делает сначала такой, типа... Дизайнер. Не, по-другому, по-другому. Дизайн это дизайнер, а он похуй, делает... скипай нахуй. Похуй. А вот ты ты не работаешь нихуя, говорят, чё ты хуйло, этот... Бездельничаешь. Ну вот да, по-другому. Вот, бездельничество по-другому. Вот их. Филонишь. По-другому. Халтурщик. Во-во-во, Вань, Вань, Вань! Халтурщик, халтурщик. А вот это что? Халтурист. Халтура. Халтурист. Халтурист. Я выиграл халтуру, он халтурист. Блять. Ребята, ребята. Алексей, вы готовы? Да, Алексей. Представляете, сегодня Gamescom будет. Ага. Ну, там будет один трейлер. Где вы озвучивали? Я озвучил его, представляешь? Кого? Алексей. Я такой, не могу пока эту игру говорить, это эмбарго. Это игра? Крутая да, игра? Да, 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 я озвучил там 30-минутный гип-трейлер. А сегодня будет собрание? Уже идет. Где? Ой, ничего не собрание, в пизду. Gamescom уже идет. Ой, ладно, Вадим. Давайте не сегодня, давайте завтра, мы Вадимчик, ничего не разберем. Мой хороший, дорогой, надо сейчас угадать три слова. Халява. Вадя, ты завтра со мной ведь? Да, я понял. Наташ, я понял. Значит... Быстро делаем. Ребята, мало времени, быстро сейчас надо. Не, пацаны, не сталкер, вы ошиблись. Нет, не сталкер. До 15, блядь. Правила давайте, нет. Вадимчик, нажимайте, давайте. Я готов. Да, я пиздец. До 29. А когда кто-то кого-то пытается повторить этого человека? Пародирует. Пародист. Да, только одно слово. Пародист. Пародия. Да. Есть акула, а есть кит, еще одна, кит, такая же... Кит, нет, нет, нет. Пиранья. По-другому. Забавное название такое, типа, оно связано с саблей. То есть это не сабля, это другое. Ну, рыба-меч? Скажите. Да, хорошо. О, это уберем. Есть гоночный... трек. Трасса. Симулятор. Как? Трек. Гоночный трек. Только третья буква другая. Трет. Трэп. Вы правильно говорите, только оно называется... Трак. Гоночный трак. Да, умничка, молодец. А тот, кто любит машины. Машинолюб. И увлекается ими. Вадим, правильно, повторите это слово. Я не услышал. Автолюбитель. Я не услышал. Нет. Еще раз. Только по-другому. Автолюбимец. Автолюбитель. Классный тачки. Автомобилист. Умничка, молодец. Все, ладно, больше я не смогу. Хорошо, вот это минус, вот это плюс. Вот это минус. Автолюбитель. Бобслей. Ебать сложно. Все. А бобслей это кто? Ты. Это поет кто-то? Не-не, бобслей это вид спорта такой. А, ну мы проиграли, скорее всего. Строго Рома до 15. Давай рейди, Макс. Ну, у нас 13, Вадимчик. Тихо, пизда к себе. Ой, это когда вырез такой большой на груди, видно сиськи у женщин. Это что? Декольте. 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 Молодец. Ну давай, Дима, скажем. Смотри, когда ты такой богато живешь, это у тебя такая... Трак нам не указали. Роскошная жизнь. Вот, Вадим, а трак не указал. Роскошь. Имя существительное. Это что? Роскошь. Вот, но только еще длиннее слово, если его удлинить. Роскошность. Ну, блять, похуй, короче, на вас. Согласен. А в храме вот такие люди, которые священные, такие в капюшоне находят. Нет, я бы не сказала однокоренное. Вот они лысые. А, нет, аватар Аанг, он был кто? Лысый такой... Я аватар не смотрел. Анимешник, анимешник. Нет, ну, звезду, короче. Аватар не анимешник. Монах, да? Это что такое? Короче, пизду тоже не знаю. О, это такой фильм есть, я не знаю, конечно, о чем, но вроде бы рейтинги большие. О, есть такой виски, медовый, а есть... Джек Дэниелс. А, нет, это карточная игра. А нам не засчитали одно название, да? Вадим, говорят, что нам не засчитали один балл. Трек, да, нам не засчитали. Но там все равно строго Макриски сейчас выиграет. Нет, прибавьте 14-й. Это самая важная информация. Я могу сам сделать. Конечно. Все, давай, косточ, Наташа. Давай, Наташа, ради. Ну, строго с Ромой выиграют два. Ну, одно слово. Вадим, неважно, кто выигрывает. Алексей, давайте время им дадим. Я вас просто обожаю. Наташа, нажми ради, поехали. Так, этот чел, который самый главный в университете. Директор. Кто там есть? По-другому. Замкафедры какой-то. Не-не-не. Ректор. Блять, похуй. Декан точно. Блять, как это объяснить? Когда ты хочешь денег, но у тебя нет возможности их получить. Ты бедный. И вокруг вообще никто ничем не занимается. Безработные, да? Да, только как это? Ты бедный, ты нищий. Не-не, именно вокруг вот это. Безработица.
Да. Ты без никому не нужный. Этот забор стоит, это что такое? Преграда. Ограда. Преграда. Да, только чуть-чуть по-другому. Оборона. Оградница. Оградовна. Не-не. Ограда. Чуть-чуть конец по-другому. Ограда, только чуть конец по-другому. Агра... Ограждение. Во, правильно. Охуеть. Пизду, блядь! Не успеваю. Ладно, у нас сейчас Срог и Макарицкий два отгадывают, они выиграли. Бля, ну Срог и Макарицкий хорошо шли, да. Мы бля, выиграем, если мы если бы мы друг другу не помогали, мне кажется, пиздец был бы вообще. Да, не пизди, давай, если... В смысле, каждого я имею в виду. Так, мы все умные, я имею в виду. Охуеть, блядь. Я дисконнекнул. У меня чел ливнул просто, бля, когда я родился. Вот у меня так дисконнекнуло, когда я говорил. Да тут просто, это кружочек нажать, похуй. Let's go. Вань, два слова. Готов? Да, сейчас Вадим нам сам будет подсказывать, смотри. Давай. Тихо. Я бы подсказывал, плохо. А, по улице маленькие пиздюки гоняют, их называют, типа, ну... Шпана, шпана. Не, такие чисто... Школьники. Кенты. Короче, похуй. Или ты лежишь и чисто кайфуешь, и ты такой, о, какая же... Расслабление. Лафа. Ну, на чиле, на расслабоне. Блять, можно я буду угадывать, заебали? А, в Counter-Strike ты меняешь 4 на 3 и так далее, как это называется? Разрешение. Разрешение. А, правильно. Да заваливал, дай поугадывать, сука! Полчаса ждал! Ты красивый... Нет, подожди. Ты красивый. Ты ебаная... Там это, очень оскорбительная хуйня. Такая... Не, не надо. Ну давай дальше. Блять. А, ну. Твари. Одни секунды. А, тебя блядь, менты делают. Менты тебя берут, блядь, и знаешь, что делать? Ну, менты тебя когда, блядь... Пытают, о-о-о. Пытки. Нет, за, блядь, держат нахуй. Арестовывают. А... Но! Арест. Ты долбоёб! Ебать, о, вы не угадали? Вы всего одно угадали? О, алло, блядь, еблан, ты... Алексей! Алексей, вы выиграли. Наверное, так куда ты? Алексей, нам надо одно отгадать. Алексей поет, сидит. Алексей, похуй. Да. Алексей, родненький, Алексеюшка. А что говорит? Ты красивая, там слово страшило, ты ебаная. А чё? А что вы угадали? Разрешение вы угадали. Алексей! Алексей! Мне в чате пишут, пускай твоя дивка одинеться, то пизда, як бубурка вылезет, пиздец, тебе канал Вадюня. Это тебе пишут, а не Алексей. Бубурка вылезет. Алексей! Там Алексей поёт? Алексей! Там Алексей моёт. Или Алексей. Алексей, Алексей твоёт. Алексей, вас не слышно. Алексей. Долбоёбич. Это так. О! Алексей, вас не слышно. Костян, блядь. Не, я просто решил проверить. Я понял. Это нормально. Я понял. У нас чел поёт, короче, типа, думаешь, ты его слышишь, и думаешь, что покчам потом. Давайте покчам напишем, чтобы Алексей приятно было. Можно я с кем-то отыграю просто? Алло? О, Алексей, родненький, нам надо, они одно всего угадали. Чё, чё? Они Алексей, одно угадали, у нас есть шанс. Отгадать. Нам надо одно отгадать, Алексей. А, мы победим? Если нет. Отгадаем, да. Так, стоп, так нам мы же... До 15. Всё, извиняюсь. До 15. Вот мы четвёртые. Не... Шо? Ну, то есть мы будем еще угадывать. Все, Вадим, 15, там похуй, 115. Не-не, как в предыдущей игре. 115, все, у них одно слово угадное. Нам надо готовы, одно, да, Вадим? Алексей. Вадим, пожалуйста, брать. Вадим. Давайте. Просто. Я сейчас легкое слово найду и вам расскажу. Да, просто скипайте все, пока легкого слова не будет. Поехали. Да, я первое сразу расскажу. Это халява ебаная. Это сложно будет? Холодные вещи. Ну, короче, носят на математику такая штука. Транспортир. Другу по-другому. Еще качки поднимают такую огромную. Штанга. Да, вот и есть такая штука, знаешь? Штангенциркуль. Лучший, красава. Красава. А еще, знаешь, есть штука такая, короче, делают, чтобы зацепить что-то, об что-то. Помню, ты, например, прыгаешь с дома огромный, и ты ставишь такой... Ой. Чтобы зацепить? Оп, типа ты делаешь оп, чтобы зацепить что-то, понял? И типа ты удочка? Не-не-не, чтобы зацепить жестко. Потом ты прыгаешь с дома, ебать, ебаш. И ты, ебаш, сверху ебнул жесткую, жесткий... Сальто, сальто. О, знаешь, там есть 7 кульбит, часов. Кульбит, хуйни. Кульбит. Вин Дизель там, ебать, участвует. Гоняют нахуй на тачках. Форсаж, гонки. Лучше красава плюс красава, ебать. И, блядь, похуй, ладно, это халява. Вы ебанутый, блядь. Мы выиграли, Алексей! Так нет, вы не выиграли. Мы выиграли, нас 15. Первый открывается раунд. Мы, может, сейчас тоже 5 угадаем.
Да, они выиграли еще. Охуеть, а чё я так продался? Дим, мы проиграли? В смысле, они выиграли. Мы выиграли, вы тогда выиграли, ребята. Так не Наташа, выиграли, ну, вы типа 5 раз ходили, остальные по 4. А в предыдущей игре так же было, вы там тоже. Да, все равно. Да, боевал, боевал и боевал, только 20 апнули, сразу закрыли. А мы вообще тоже 3 раза ходили, а вы 4 раза. Похуй, последний круг. Окей. Я не знал, я бы так бы вам объяснил, там два слова первоклассника крепеж. Видали, как штангер сынкули? Да. А крепеж сложно было, да? Да я что-то не понял, я же пьяный такой, блядь. Похуй вообще, поебать. Алексей, кому вы пели? Сейчас мы отгадываем 10. Давайте, быстрей, пожалуйста, родники. Мы сейчас 10 отгадываем. Гол, давай, давай. Вас просто не слышно было. Фу, что это? Что это? Есть фильм, тихо, тихо, завали ебало. Есть фильм «Зла» на конце. Что, кто? Корень. Зла, любишь и кота. Обитель, обитель, Юль. Алексей, правильно. Как, Юль, ты повтори. Я прослушала. Не, Алексей, не повторяйте. Зла. Алексей, молодец, есть фильм бани. «Зла». Кто «Зла» фильм? Ну, фильм. Бля, да иди в пизду! Пошла, пошла, давай, ебать. Ты чё рофлишь, взять? Вот когда лицом... Вот это что, нахуй, когда ты лицом управляешь? Не-не-не, это что лицом, когда ты управляешь? Мимика. Мимика. Наконец-то. О, я не понял. Водорство ты скипаешь. Тихо, тихо. Все, не, я закрываю вкладку. Социолог, ударник. Не, ну там сложные слова. Не, там сложные слова, Юра. Нет, ну куда там легкие есть? Все, в пизду, ебалый рот. А шулерство? Карта, которая обманывает. Карта, как обманывает. Все, мы проебали, я в теле. И нам теперь это... Я теперь каждому тыка здесь, ебаный. Да похуй, засчитайте им все, это и поебать. Тим плюс тим. Игра просто закончится. Да, игра закончится. А, тогда не засчитывайте все, что за хуйня. Засчитаем. Все, мы победили, Вадим. Поздравляю. Спасибо. В сложных словах мы победили, Вадим. Мы не победили, получается. Я да, Лёх, хватит! Зачем вы тыкаете плюс, все, Макс, это ну не пожалуйста, все. Блять, а что я уже объясню? А, давай. Не мы. Как мы не победили, блин? Короче, такая ампулка для дермоед. Того, чтобы воду наливать. А, такая, пробирка. Знаешь... Про миксерка? Нет, ампулка такая... Чат, как поните. Кувшин такой. Кувшин по-другому. На П начинается? Компот туда. Ой, компот туда наливать. Туда вот так вот переливать. Компот? Компот? Бутылка. Колумба. Блядь, по-другому, банка. По-другому. Туда наливают коньяк, туда наливают ваза? Компотик. Такой, знаешь, кувшин, кувшин по-другому. Да, а, графин. Да. А, графинич. Да. А, бывает из этого чай. Чай? Трава. А, ну, чай-завр. Ой, блядь, как это называется? Нет. Заварка? Чай-завр. Да ты катаешься на коньках. Осуждаю. Ну вот эти штуки надеваешь сюда, какие-то амуниции. Коньки. Куда, куда? Вот сюда! На колени? На колени. Да, красава! Нельзя показывать! Заслуженно. А какой имбецил? Осуждаю. Это строго. Па-па-па-пам. Нет. Тише. Ебало нахуй. Тише. Костян, ты долбоёб, что ли, блядь? Не-не-не, тише. Это болезнь такая. Да, это болезнь такая. Я просто предположил, что у него тоже такая есть болезнь. Нет, да, это такая болезнь. Да, это АРП. Я даже не знаю, что это слово значит, если что. Это не важно, братан. Меня так не помогло. Да, это болезнь, это болезнь. Да, это ну, болезнь. Наташа спросила, что это такое, мы ответили. Давай следующий. Осуждаю тебя. Рома, готов? Давай. Я готов. Давай, ты готов. Давай, Ром, поехали. Молодчайся. Итак, вот он ролики, вот что Илюха Эксайл делает с роликами постоянно, когда снимет? Монтирует. И кто он? Монтажник. По-другому, подальше. Монтажер. Монтажер. Вот, по-другому, еще дальше, блядь. Монтажирование. Не-не-не, бля, вот... Сейчас пизду. А, в гитаре есть кубчик, блядь. Ну, блядь, сори. В гитаре есть несколько там, знаешь, что там три, вот именно там... Ноты. Аккорды. Аккорды. Один. Аккорд. Чебать. Давай, Юрий, соло. Блядь, вот есть... Сука, ты тебе объяснить это нахуй. Это игра такая, городки. Да я знаю, блядь. Извини. А вот этот. Ох, как хочется вернуться. Блядь. Ох, как хочется. Блядь. Только слов простых. Да я знаю. Городу. Еблан. Блядь, выпей нахуй. Выпей напишу. Три дома. Вот всё, в пизду нахуй. Где всё просто из дома. Бетон. Бетон! Отгадал! Говорил! Всё, мы выиграли. Что-то отгадал.
Бетон отгадал, я говорил. Бидон или питон? Бетон. Да я в тилте все нахуй. Что ты в тилте? Ты объяснять не умеешь. Тилт. А, то есть я объяснять не умею, я больше слова объясняю, чем ты. Ну, монтажер, монтировщик. Реально, реально. Так я пытался... Блядь, ну да, кто такой монтировщик, Юля? Настройки. Настройки. Я так же самое объяснял. Монтирует, блядь. Ебать, выебнулась. Так не, ну просто это немножко так. Что? Вадим, мы выиграли? Да, мы выиграли. Мне кажется, это что-то с ремонтом. Победы, Вадимчик. Он, мне кажется, тоже мог... Когда он сказал монтаж, он мог сказать по-другому. Он сказал, типа, Никичи что монтирует. И тогда бы он угадал, я думаю. Так, все, я пошел, короче, что делать и пойдем к Наташе. Спасибо, Вадим, что позвали. Все, спасибо большое. А что, вы все пришли?